Вот Акуджава сам себя называл грузином московского разлива. И многое в его творчестве как раз такой философской ноткой. Виноградную косточку в теплую землю зарою. И лозу поцелуй, и смелые гроздья сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле привечной живу? Собирайтесь, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем предавать слову. Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешения. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Yeah.